Друзья, сегодня у меня на столе очередное изделие от немецкой компании Artina SKS, немецкой конторы, которая вот уже 40 лет производит замечательную посуду из олова. Это стопка, посвященная знаку зодиака рыбы. Значит, емкость ее 100 мл. Все изделия делаются вручную, полируются вручную и проходят трехступенчатый контроль качества. Вот такое вот замечательное изделие. Внутри вам покажу донышко. Стоит на нем клеймо этой компании, которая говорит о том, что сделано из 95% олова. Вообще-то олово, конечно, материал капризный, поэтому я бы вам не советовал использовать какие-то агрессивные моющие средства, тем более какие-то средства, имеющие кислую среду. Вот, в посудомоечных машинах не мыть. Материал, кроме того, еще и мягкий. Вот, поэтому, если вы будете беречь это изделие, то проживет оно очень долго, может даже быть предметом такого наследственного дарения. Вот. Отлично подойдет, конечно, как подарок человеку, который родился под знаком рыб. Вот, в комплекте есть еще вот такой вот сертификат качества на немецком, на английском и на русском языках. Вот так он выглядит. Вот, и в коробке все поставляется, вот такой вот плотной картонной коробке, которая замечательно подойдет даже вот в качестве уже подарочной упаковки. Ассортимент компании Artina SKS огромный, будет он постоянно расти и в магазине «Купи сувенир», поэтому вы всегда можете иметь возможность заходить к нам и выбирать памятные подарки для своих друзей, близких и родных. Спасибо.